Друзья, всем салам алейкум, как ваши дела? Как и обещал, делаю обзор на два монокуляра. Их отличие — это матрица. Монокуляр на 640-й матрице, монокуляр на 384-й матрице. У обоих линза 35-я, и у обоих присутствует дальномер. Ну что, друзья, давайте перейдем к распаковке. Посмотрим комплектацию приборов. Немного поговорим об интерфейсе. В комплекте поставки идет спецификация, гарантийные талончики, сам прибор, USB Type-C зарядка и блок зарядки. Вот такая вот ручка удобная. Здесь все также аналогично. У обоих получается одинаковая линза, дальномер, но разница, как я и сказал, в матрице. Вот такие вот монокуляры. Итак, для чего же предназначены сами монокуляры? Очень хорошо подойдут для сельского хозяйства, тот, кто занимается скотиной, для поиска, подбора дичи для охотника, также для каких-нибудь спасательных операций. Ну, если простыми словами, для поиска предметов, дичи. Итак, давайте перейдем к настольному обзору, посмотрим его управление и снимем на разных дистанциях картиночку ночью. Приступаем. Итак, друзья, вот два монокуляра. Это XS03-35LRF. Они абсолютно идентичны между друг другом. Одинаковые габариты, одинаковая масса. И еще раз повторяюсь, разница только матрица. Итак, вот такой вот монокуляр. Удобно сидит в руке. Удобный интерфейс кнопок переключения. Все можно удобно у нас включать. Вот такая вот передняя крышечка есть. USB Type-C зарядка. У него идет уже встроенная память. Видео, фотозапись. Все очень качественно, добротно сделано. Здесь такой прорезиненный наглазник. Блок отсек для батарейки. Батареи используют 18650. Ну и, как сказал, присутствует дальномер. Давайте переместимся на улицу. Поставим оба прибора на треноги. Нацелим в одну точку и будем смотреть разницу картинок. Так, взяли монокуляры мы тепловизионные. Вот в таком вот живописном месте находимся. Сейчас буду показывать вам съемку. Вот сейчас парень выходит на пирс. Сейчас будем вести съемочку. Отмерим дистанцию дальномером. Дистанция у нас, сейчас точно скажу. Дистанция
186 ярдов. Сейчас переместимся в метры. Сейчас в метрах точную дистанцию скажу. Так. Дистанция в метрах. Так, дистанция в метрах у нас. Дистанция в метрах 165 метров. Друзья, начинаем видеозапись. Такая картиночка.